Пауки, кресты. Не пульте сразу сейчас пак мобов, я хочу настроить себе аддон. Я в бою не могу его настраивать. Ее хилил, но хилил 20, в смысле закрывал 25-ку, 10-ку я не убивал. Да, да. Это изи. Это на маге, который? А что надо сделать? Перс. Ну, зачем? Не, у меня маленький. Нет. Что, суммонить? Давайте сначала это пройдем. Потом...
У меня КД на все это. Наверное, я убивала, раз у меня чего с лича 25 хп. Ну, наверное. Каждый вар будет ниндзить эту шпотку, да? Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Бериндей у нас топ ДЦ. Кстати, Сэджура, слушай, вот в десятке уже волна исцеления кастуется 0,9 секунд. Ну вот. Так это охренительно, мы вчера разогнали почти 1400 этого СПД, ну. Ну да. Че, хилов ГКД не секунда, типа? Секунда. Ты сказал 0,9 у тебя просто. Ну, 0,9 ГКД секунда. А скорость каста вот под этой, под быстриной, под первой, под быстриной без сета 1,1 идет. Нормально. Под быстриной от сета 0,9, ну это 1, считай, каст. А, да, ты... Если перебегаешь, допустим, да, на каком-нибудь профи, отбежал и захилил, в принципе, все равно работает. А, так это он по волну говорил, да? А в цепная сколько подбыстрение? Да. Цепная у меня, сейчас гляну. Да, все, слышу. Дядя Рэл. Ребят, одну секунду, пожалуйста. Дядя Рэл. Я отойду из Дискорда на пару минут, мне там что-то зовут. Я тут все знаю, тактики, как убивать, бла-бла-бла, все.
Просто интересно, тебя вот эти пивные толстые мужские же так же действуют? Я бы наврал. Конечно, конечно. Подойдешь. Произойти. В 10 ну, перетащите. Вот. В чате пишет. Спасибо. Стоят неудобно. РДшники, подойдите к этим, к тотему поближе. Да, в одного пуляю.
кто теперь будет топ ДЦ на сервере, ёпта. Экстраза выбрала все только к лучшему. Ой, ой. Что придется прикончить вас. Огонь. Это Сиос был, бля. Я за стенку случайно вышла, и она за и выйдет. Экстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел! Пишет мне восприимчивость. Хорош. Я не могу его усыплять. Я понял. Может, сольём? Они. В ужасе. Нашего ДПСа, да? Я бы даже с удовольствием тремор поставил, но у меня что-то этот УИЗа лагал, не переключается. Кстати, еще подлагивают у кого-нибудь? Не. У меня подлагивает, кстати. Есть чуйка, что подлагивает, ну, у всех, у кого маленький всегда. ДПС. Релоуд делаю. Святилище пало. Приветствую.
Привет всем. Здорово. Не надо, кроме аутизма, диспелить. Аутизм надо все задиспелит. Оставь меня в свету, пожалуйста. Нету бафа, в каску обновить. Кто что бафает? Трепал. Аутизм бафает МП5 и кулаки. А веточка бафает каски. Третий пал чили. Не надо ничего забирать, у меня все охуенно. Можно на Суджиру поставить эту метку? Я во тьме буду ориентироваться. Господа, кто в светлой фазе, на третьей фазе, будьте добры, пожалуйста, сильно далеко не разбегаться. Потому что если вы будете метеорит ловить, я заебусь вас хилить, буду руку. И Винар вылетел. Это кто вообще сказал? Я кофе успею себе сделать? Что там, перерыв или что? Я какой кофе? Ой. Да, ну тогда тоже налить кофе. Да, надо шум. Надо его смолоть. Вонзаю куда? Светлое, темное. Выходить, да, надо будет? Пойдемте на сон. Суманем. Оба парня. А место есть? Для мага. Я, блядь, просила меня научить танчить во тьме, но, блядь, вам важнее перемотить в гисову ебаную, чтобы убить эту хуйню. Сука, как же я горю нахуй. Вы уёбище просто, блядь. Ну, не знаю, может быть, я сказала. Я не услышал. Ну, ты начал говорить, что вам нужно убить с первого трая. И со мной вы не убьете нихуя с первого трая. Ставь ей песню «Бомбалея», а?
Да, а чё выкинули-то этого мага? Он знак вопроса даже написал, что за фильм. Что там с тобой, что такое, Алиса, с тобой? Что? Почему ты отвечаешь? Какой паровой. Да. В смысле? Что? Колбасковый. Я, насколько понимаю, вы учите ДКшку тьму, так? Тут фиксов нет. Надо нет.
Ты про что? Веточка. Ну, маг где? А, он куда принял? Шустро он что-то. Так он и КД принял уже. Так он, может, пишет турбойс про КД, что на эту и раз КД, или что? Ну, давай доберем его. Иди проверяй. Баф пока что. Магом зайти. Минимал. RS-10, блин, ну, я был в 25-ке, закрывал как бы. Да-да, я это все знаю. Экзатор все равно сброс. Мы уже на сумме стоим. А, да, на сумме. Все, погнали. Да. Офигенски. Не знаю. Так, теперь каски и МП5 определить. Веточка баф. Веточка бафала только каск. Поле паладин бафает кулаки МП. А приз у нас кто? Нет, приз кто по спеку? ДЦ вроде. Не ДЦ, он топ ДЦ. Да, топ ДЦ на себе. Два с конца, да? Пау, аура огня моя. Да, да, я. А можно мне каск? Да подождите, нету одна. Ставьте ванзаю каску, нахрена мне ваш кулак ебаный. Лучше кулак киньте. На хп тогда покричать. Хп больше орать.
общем, Войд, ты хотел завербовать сову, а получилось, что развербовал, да? Друзья, а на второй фазе РДД же заходит, да? Потом уже в третий выходит, получается. Блин, что ж вы чекаете по 5 раз? Заэвэйдите босса. Босса заэвэйдите просто и все. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Новая схема, да? Узреть начало эры разрушения. Схема, да, он. На сову босс побежит. Вот смотрите. Так сова с перьями, там все дела, сам говорил. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Скорость каста 0,73 секунды. Цепуха 0. Встаньте ближе, ребят. Стоит. Пока придет. Смотри за шариком, летит шарик. Не этот, а который следующий, стой на месте. Дайте инфу, когда будет 52%. Вот. Так, 3 секунды, 2. Надо докручивать, надо докручивать. Крути, Алиса, Алиса, крути, да? Крути, крути, бегаем, за мной бегаем. Да. Метку вынеси. Вот, все. О, нормально. Метку, все, отлично, Алиса упала. Короче, вот ты должна... Да там похер уже на шамана, уже все сдохли. Алиса, вот летел шарик. Как только он дошел тебе за левое плечо, слева от твоего плеча встал, ты должна докручивать. Встала правильно, но дракона ты не крутила сама. Вот, покрутил нормально, но, блядь, не захилили нас. Сама видела, да, что я начал убегать от лезвия? Вот где встал, вот смотришь, как только шар прошел, и до каста лезвия осталось там 6-7 секунд, начинаешь крутить? Да. Выносить его. Да, согласен. Я объясню, почему просто так нельзя делать. Вы когда дрочите с меткой, она набирает радиус. И типа чем дольше вы ее держите, тем сильнее на... Что мы теперь по эвейдной системе играем или что?
Каску вонзаю. О, наконец. Каску. Все, он улетел. Если посмеете. Мах, ты сам себя можешь подиспелить, если что. Назад, блядь, куда ты пошла? Алиса, ебать, ты что, ебанутая? Он не по центру стоит. В каком, блядь, не по центру? Встали слева от дракона все бегом. Ты ж не делал никогда так, ну. Лезвие. В какую сторону? Диспел, дайте, алло. Зай, что ты под морду делаешь? Скажи там мне, блядь. Нахуй вы прибегаете под морду, блядь? Панзай, тебе что там, намазано? Подлагиваю, ребят. Тут жира. Ну и что ты стоишь в рейде? Верша, умер, свету, алло. Пусть тренируется крутить. Все, упал танк. Алиса, ты хуйню делаешь. Просто хуйню. Сначала сама не отследила, я специально молчал. Тупо вообще вот ни капельки с места не сдвинулось, чтобы на лезвие их подкрутить. Потом, блядь, начала его вращать зачем-то, не пацан. ДК, там, да, ты ебать, как там. Ну еще минут... Ну полчаса. Да, Воль, давай потанчу сумрак, а? Знаешь, блядь, сколько я рассмотрела, мне это нихуя не помогло. Слушай, а чё, почему нельзя сразу ей сказать, чтобы она крутила с самого начала? Просто сказать ей, чтобы она представила часы, вот этот круг, это же как часы. Ты его держишь, это как... Крутила. Может, нормальный трай сделаем сразу? Пекнем ее в ДД, и мы с тобой потанчим, блядь.
Мак, дай блок. Я вместе с тобой захожу туда. Я могу, в принципе, под баблом попробовать прожить, пока ты выйдешь. Ну ок. И я в лаге. Не выносят метку под морду Мериндея. Только за спину рейда или в сторону хвоста. Никогда не бегают туда. Метеор. Ждем. Да, побежали, он не упал еще. Вон он там падает, в другой стороне. Огонь света. Раз, два, три. Заходим. Слева от дракона встаем, слева от дракона встаем, слева от дракона встаем в квадрате. Алиса, смотри, что делает вот. Видишь, первый шарик пропускает. У него за спиной первый шарик. Да, заходи быстрее. Лев и Наси, спасибо. Спал охуенный. Вау! Кто здесь пэлил? Кто здесь пэлил так, блядь? Я это здесь пэлил, сорян. ТП, блядь, 200 нахуй сразу. Чего-чего ты говоришь? Бля, вот, я думал, ты меня позвал по фастику РС закрыть, блядь. Тут, блядь. Школа танков нет. А ты чё хотел? За 3000 ГП просто да, так? Да, мне самому проще потанчить сумрак будет. Я всё сделаю за 10 минут и уйду дальше. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Я, блядь, танчила эту хуйню во тьме с какой-то левой ги, но у меня все равно нихуя не получалось. Я вообще этого принципа не понимаю.
найдете лишь страдания. Входите. Заходим. Чайло от дракона встаем. Алиса, смотри внимательно, что делает Войт. Вот летит сейчас первый шарик, спином пропустил. Второй летит. 15 секунд до лезвий. Каст еще плюс 3, значит 18. Глеф, выноси. Смотри, сейчас он пропустит этот шарик и будет крутить. Видишь, шарик к нему летит. Все, 3 секунды на каст лезвий. Раз, два, три. Появилось лезвие. Где оно, блядь? Все, видишь, что он делает? Он пропускает за спину и уебывает. Аутист, выноси. Что там происходит-то? Я вообще повис. Нормально, аутист. Под морду не бежим, хильте Войда. Полно исцеления, щитки, давайте под морду уйдите, с под там стоит Виндел, блядь, варк, ну, съебитесь оттуда. Следующий шарик, видишь? Сейчас будет каст лезвия, 3 секунды. Раз, два, три, лезвия. Диспельте, аутист. Смысл подходить ближе перед лапой, а танк доставать. Аутист, выноси. Крути, крути, крути. Руки, нет рук, КД. Портал вышли справа. Сначала танк. Аутист, выноси. А, ты в портал прыгнул, молодец. Ну, понятное дело. Ну, понимаешь, кстати, кто остался сейчас во тьме? А, я когда вышел в портал, с меня спал дебаф? Конечно. То есть, лужу положил, да, в портал? Да, да. Лужа всегда скидывается. Все, да, я понял. Паня мела сейчас. Слышно? Раз. Сейчас все на месте бегут. Побежали. Сейчас опять, наверное, слышно. О, побежали. Зашевелились. А, ну все, вижу. У меня пинг. Пинг под 1000. Алиса, а ты видео смотрела? Как вообще его резко? Да как нахуй, блин? Пал, который во второй пати включает там ауру. Акста, я паролю на БДК ДД. Еще никого не убили, уже ролит, собрались. Греф, тебя сейчас просто ёбнет. Не кастуй, не. Ну чё тут? Алиса, сумрак, танчик. Жира, чё ты не бьёшь, босс? Да, Саджира, чё ты не бьёшь, босс? Не сорвать. Понятно. Да, всё, у меня там соревнования закончили, я теперь здесь. Ну там специальные поезда, как. Городские соревнования были. Долго объяснять. Почему выиграли?
Ну, браузерная стратегия, про поезд, да. Да. Вон, купи мне поезд. Покажи письмо. Нет. Ну, тогда пока. Метеор, кстати, тоже в сову и упал, между прочим. Я против совы в гильдии. Зашел я вместо нее. Я даже не клацнул. Каплю пока шаман выносит. Хил будет. Алиса, что ты в лезвие стоишь? Вот тебе что сделать, два шага назад. Алис, в чем проблема у тебя? Подожди, ты что-то травить не будем? Появляется лезвие, ты стоишь вплотную к дракону. Почему ты не двигаешься? Почему ты не отходишь? Что с тобой не так? Блядь, да давай я потанчу, будет, и это самое, разойдемся. Кто там уходит? Все уходят, или это Аэро, или что? Я остаюсь. Так другого ссадни возьмем кого-нибудь. Так давай, добьем. Давай добьем, как предлагает Пал.